Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником сердечного вас поздравляю. С праздником введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Пресной Девы Марии. Дорогие братья и сестры, вы знаете, что церковное новолетие, которое начинается 1 сентября по старому, 14 по новому стилю, оно начинается с Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и заканчивается Успением Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Почему так важно для Церкви Христовой вот эти дни Рождества Пресвятой Владычицы и ее Святого Успения? Дело в том, что по промыслу Божию мы действительно с вами должны быть спасены, ибо от века, с предвека еще Господь дал обетование, надежду людям, когда беззаконие чаша будет переполнена, когда дьявол здесь воистину во тьму ввергнет все человечество, в тьму духовную. Вот тогда-то семя жены сотрет главу змеи. То есть освободит людей от власти дьявола, от власти греха. Причем действительно это все должно совершиться по промыслу Божию. Да, по промыслу Божию, но согласие той, через которое это чудо совершится. Согласие Бога избранной от раковицы, и поэтому и поминаем мы часто Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, потому что она согласилась совершить это чудо нас ради человека, нашего ради спасения. И помните, как сказала ангелу: «Се раба Господня, да будет тебе, да будет свершиться все по слову Твоему». Второй праздник после Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы в церковном году – это введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это тоже важно, этот праздник, двунадцатый, великий праздник, который предваряет Рождество Господа. И всегда этот праздник попадает на особое время для каждого из нас с вами, на прохождение поприще рождественского поста. Вот этот праздник, вы знаете, наверное, что введение в храм Пресвятой Богородицы, об этом не сказано в Священном Писании, ни в Евангелиях, ни в Деяниях святых апостолов, ни в посланиях, об этом ничего не сказано. Это событие, оно хранилось устно в предании. И впервые, и уже во втором веке люди уже знали, христиане знали, передавали друг другу устно предание. Но а в апокрифах, неканонических книгах уже рассказывалось о введении во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это второй век. А в четвертом веке уже сказано о том, что царица Елена, мать как раз императора Константина Великого, когда она совершила свое паломничество, свой подвиг на Святой Земле, как мы с вами знаем, где она обрела крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Вот она тогда, первое, что сделала, это, конечно, снесла многочисленные капища языческие, которые построили тогда на Святой Земле, с целью осквернить Святую Землю, как раз римляне, и стала ставить храмы на тех особенно значимых для каждого христианина местах, где действительно во время земной жизни происходили некие важные события, когда Господь наш Иисус Христос был на земле, в память и о святом семействе, и о Пресвятой Владычице нашей Богородице. Сохранилось все-таки, ну, сказано о том, что она построила там на святой земле и Введенский храм. Вот в память о введении
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это 4 век. Но уже только с 8 века начали повсеместно как раз вспоминать это событие как великий праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Ну а что, собственно, произошло? Дорогие братья и сестры, мы должны помнить, я уже сказал о том, что Господь предупредил, что настанет то время, когда дьявол полностью овладеет миром окружающим, и семя женщины, оно сотрет главу змеи, то есть освободит от власти греха, от власти дьявола все человечество. И мы с вами знаем, что пророки говорили о пришествии этого Мессии, помазанника Божия. Пророк Исаия даже уточнил, что этой женщиной будет девушка. То есть совершится чудо. Все ожидали этого чуда. Богом была избрана отроковица. Но каким образом надо было ее подготовить к тому, что ее ожидает? А подготовка началась еще с родителей, Иоакима и Анны. Вы знаете, родные мои, всю эту историю. Это благочестивые, глубоко верующие люди, действительно преданные Богу, которые были примером для всех окружающих вот в своем благочестии и глубокой вере, и преданности Богу. И у них не было ребенка, и это было, считалось проклятием иудеев, и они несли этот крест. Причем мы знаем, что Иоаким мог развестись и другую женщину иметь, потому что нужно было потомство. То есть ждали иудеи, что должен родиться Мессия. И поэтому обязательно нужно, чтобы рождались дети в каждой иудейской семье. А он не развелся, он остался верен то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. И он остался верен своей супруге. В общем-то, смирился с промыслом Божиим. Или так, исполнил промысел Божий о себе. Мы с вами знаем, что был этот момент, когда великий праздник, когда принесли жертвы, священник не принял жертву от Иоакима, так сказал, что ты проклят в глазах Божьих, у тебя нет детей. Вот тогда он ушел в горы, там молился и рыдал, просил Господа снять это проклятие. А Анна знала об этом, она в доме там также возносила молитвы. Но когда независимо друг от друга и он, и она приняли обет перед Богом, что если родится ребенок, то тогда они его посвятят Богу, то, что Богу нужно было. Они приняли этот обет. И вот тогда-то ангел и явился им и сказал о том, что да, будет у вас ребенок. И родилась девочка. Как мы с вами знаем, предание говорит о том, что Анна очень ее сохраняла от влияния пагубного мира. Мир – это не то, что вокруг нас сотворено Господом Богом, то есть природа, чудесные растения, которые мы с вами видим, или животный мир. Нет, это чудо, которое сотворил Господь нас. Мир имеется в виду общество человеческое. Родные, мы с вами знаем величайшее произведение Льва Толстого, да, «Война и мир». Так это мир здесь не подразумевается отсутствие войны. Вообще, современным языком это произведение должно называться «Война и общество». «Война и общество». То, что Господь сказал, что мир во зле лежит, это не значит, что природа во зле лежит, а человеческое общество во зле лежит. Действительно, в темени, которая погрузила человечество, в духовной темени, дьявол. И Анна, вот колыбели Мариам, своей девочке, она не подпускала никакого нечестивого человека, оберегала, чтобы никакой нечисти не коснулось этого чистого сердечка. Ну а когда 3 года исполнилось, мы с вами знаем, вот тогда-то вот эта большая-большая колонна людей, можно сказать, чуть ли не весь город Назарет пошел тогда в храм Божий. По какой причине? А да очень все понятно. Все же знали эту семью, этот город небольшой. Не более 500 человек там жило, они все друг друга знали. И знали, что Анна неплодная, она была неплодная, она не могла родить никак. И они в весьма престарелом возрасте уже были. Чудо совершилось. Все понимали, что это чудо, которое совершил Господь Бог. Все свидетели были этого чуда. И тогда, конечно, естественно, когда пошли в храм
в трехлетнюю девочку повели отдать в храм, то есть посвятить Богу. Конечно же, чуть ли не весь город и пошел вместе с ними. Ну а потом, как мы с вами знаем, подошли к храму, там были 15 ступеней. Это не такие, как у нас ступени делают подрост человеческий. Это огромные камни, которые высоченные были. Она легко зашла по этим камням. Трехлетняя девочка маленькая вошла легко в храм. И там, опять же, по промыслу Божьему, я хочу подчеркнуть, что когда приняли обет Иоаким и Анна, ангел был тут уже, и он как бы оберегал и это сокровище, честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, богоизбранную раковицу, помогал все совершать. И именно поэтому, что удивляет всех, что значит, вышел первосвященник встречать Мариам. Это действительно по промыслу Божию совершилось. По какой причине? Почему по промыслу Божию? Потому что далее совершилось совершенно невероятное. Вот мы сегодня слышали апостольское чтение, да, где апостол Павел говорил, как Господь скинию заповедал иудеям соорудить. То есть вот то место, где мы сейчас с вами стоим, называется Святая, а Святая Святых у нас алтарь. Святая святых еще более, как бы, если в алтарь мы входим и священники, и прислужники, и так далее, то в святая святых один раз в год входил только первосвященник. Даже священники тогда не могли зайти. Один раз в год. Там хранился, стоял ковчег завета, где было и стамна с манной, то есть сосуд с манной, то, что кушали, то, что давал Господь Бог иудеям, когда они из еврейского плена уходили, там был проросших жезл Ааронов, и там были как раз, значит, скрижали завета. Вот это там все хранилось. А в этот момент как раз Захария, то есть будущий отец, первосвященник, будущий отец Иоанна Крестителя, он завел эту девочку внутрь, в святая святых. Сейчас вот, когда читаешь, там многие там этого не могло быть никак и тому подобное. Да, да, действительно, это не могло не быть, если бы это не уникальное событие, которое нас с вами ожидало. Но как эта девушка могла родить? Как даже взять Анну, мать ее, неплодную, как она могла родить? Это все чудеса, чудо за чудом. Потом уже возле Мариам был ангел, который охранял ее, и должно было ей в святая святых зайти. Что такое святая святых? Это часть неба на земле. И она должна была послужить небу. Родные мы, как это могло быть? Наверное, ее организм даже нужно было подготовить, чтобы он просто не сгорел от того, что там Сын Божий, одна из ипостасей трипостасного Бога, войдет в чрево ее, и там она, это Сын Божий, примет плоть человеческую и станет сыном человеческим, оставаясь сыном Божьим. Чудо должно было совершиться. Даже я поэтому поражаюсь, что еще кто-то дискутирует и еще удивляется. Это чудо было, и чудо должно было совершиться, и оно совершилось. Вот это вот как раз то, что Захария ввел Мариам в святая святых. Эти девочки, они жили в отдельном здании, которое стояло во дворе храма. То есть, действительно, они были как бы ограждены от влияния мира. Ну, вот что, они занимались там постоянно молитвой, изучением Священного Писания, рукоделием и так далее. А что они видели в эти окошки? Они видели святую, то есть ту часть храма, где иудеи приходили, рыдали, оплакивали свои грехи, приносили жертвы, благодарили Господа Бога, были в молитве. Что это за люди? Да обыкновенные люди туда приходили. Какие? Может быть, сварливые, завистливые, а и убийцы приходили, и воры приходили. Но, родные мои, когда они переступали порог храма, они изменялись. Изменялись, все их пороки оставались там, а здесь они перед Богом были, и поэтому они оплакивали эти свои грехи, омывали слезами своими. Вот что видели все эти девочки. И, конечно, дорогие братья и сестры, Пресвятая Владычица, наша Богородица, будущая,
Девочка, до 12 лет они находились, девочки, как раз в этом здании при храме. Ну, а в 12 их выдавали замуж, чтобы они продолжали вот это семя. Может быть, от кого из них родится как раз Мессия. Да? Ну, а она, Мариам, сказала о том, что она хочет сохранить девство Христа ради Господа, да, ради Бога. Ну, и тогда и нашли вот этого старца его, Иосифа, родственника, за которого мнимого супруга ее и отдали Мариам. И здесь, дорогие братья и сестры, и для нас с вами поучение. Значение храма, значение в храме, в спасении, в промысле Божьем о спасении каждого человека. В храме она находилась. Как и мы сегодня, родные, тоже находимся в храме. И я не думаю, что кто-нибудь из нас сейчас не понимает, что мы находимся в удивительном месте, которое не от мира сего. Вот смотрите, стены, там иконы висят. Ну вот сейчас выставка в Национальном художественном музее, где тоже висят иконы. Можно посмотреть. Но в голову не придет, что это храм. Понимаешь, когда там смотришь на эти иконы, что это музей, и там выставлены иконы. А сюда приходишь и понимаешь, что это не музей. Вот это не музей. Здесь что-то иное происходит. Действительно происходит то, что не от мира сего. И мы так же, как в древности, во времена Девы Марии, Мариам, то же самое приступаем к порогу церковному, и мы меняемся тоже. Мы заходим сюда и становимся братьями и сестрами. И все наши житейские попечения, все наши мерзость житейскую, которая у нас в миру есть, мы оставляем за порогом церковным, мы окунаемся совсем в иной мир или вне от мира сего попадаем в это место. Вот почему важен храм, родные мои. Когда нас сейчас особенно, ну и раньше то же самое, все время говорили, зачем вы строите эти церкви такие большие, там высокие, там лучше бы вы деньги на детские дома дали, там и тому подобное. Родные мои, чем больше будет храмов, тем меньше будет детских домов, тем меньшему количеству людей придет в голову отказываться от своих детей. До революции сиротские дома были. Сиротские, подчеркиваю. То есть, когда погибали по какой-то причине родители, но чтобы отдать своего ребенка с глаз долой, такого не было, в голову никому не приходило. Чем больше будет храмов, родные мои, тем меньше надо будет строить домов престарелых. Тогда не будет приходить в голову человеку избавиться от своих родителей, которые мешают жить комфортно. Были дома, где престарелые собирались и до революции. Я имею в виду до революции, потому что тогда была православная храма, страна, и жили действительно по заповедям Христовым. Были те дома, когда оставались одинокими эти пожилые люди. Но в голову не приходило детям избавляться от своих стариков. Как почитали стариков в те времена. А сейчас люди не знают, что сказано в заповедях. «Почитай отца свою матерь». Да благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле. Ты же хочешь долго жить. Так исполняй эту заповедь. Чем больше будет храмов, тем меньше надо будет строить тюрем. Родные мои, то, что я говорю, это не агитация. Мы были на семинаре, где нам люди, которые профессионально занимаются статистическими данными, ведь мы не все данные статистические имеем опубликованными, но те, кто во власть, власть имущие, они знают абсолютно все. Вот им дают все данные. Но на этом семинаре, где священнослужители были, нам прямо сказали ситуацию, что в Западной Беларуси, которая была под Польшей, где не исчезла вера, где вера сохранилась, в отличие от, например, от Витебска и Могилева, где советская власть была, почти уничтожила все, что только можно было, веру у людей. Если там в местечке, в деревне подавляющее большинство верующих, там нет ни ВИЧ-инфицированных, там нет наркоманов, там маленький процент минимальный какого-то криминала. То есть это четко совершенно власти знают об этом. Где больше верующих, там меньше вот этой мерзости, которая творится там, где, значит, большая часть безбожников. И, родные мои, а по какой причине во времена гонений взрывали храмы? Ведь безбожники говорили, Бога нет. Ну, нету Бога, так а что ты тогда? Ну, и стоит храм там, ты хорошо, ты закрыл. Ты не допускаешь людей, чтобы они в храм зашли.
Нет, родные мои, дьявол знал, что такое храм, что это место не от мира сего. И что сейчас совершается, родные мои, вот почему и взрывали храмы, потому что ненавидели это место, где действительно можно даже ощутить своим сердцем, своей душе пребывание Господа Бога здесь. Вы знаете, вот во время службы нас много, и мы молимся одновременно сердцами, душами нашими, и мы знаем, что Господь совершает божественную литургию, он совершает, священник просто как бы некие действия делает. Все это совершается таинство Господом Богом. Вы знаете, но очень удивительно, вот когда приходишь среди дня, когда людей нету, службы нету, да? И вот тут темно, нету, только лампадки горят, и там стоят люди и разговаривают с Господом, с Богородицей, тихо, все. И я на 100% уверен, ведь если бы они человек не ощущал ответа некоего, да, или не понимал, что действительно это не монолог, а диалог, разговор, на который слышит кто-то, к тому, кому обращается этот человек, ну что стоять тогда? Действительно, вот в это время приходишь и ощущаешь, что это не от мира сего, храм это не от мира сего. Поэтому благодарим Господа за то, что Он дал нам счастье, тогда основал церковь свою и дал возможность, вот рассыпал эти семена, эти храмы по всей земле. И у нас в Минске сколько сейчас приходов стало, где можно действительно помолиться Господу и быть рядом со Христом Спасителем. Ну, вот такой сегодня радостный праздник, ибо, еще раз повторюсь, мы свидетели исполнение промысла Божия о нашем с вами спасении. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть одна из ипостасей, три ипостасного Бога пришла для того, чтобы нас с вами освободить от власти дьявола и дать оружие борьбы с ним. Спаси и сохрани вас, Господь, помощи Божией всем нам в нашем спасительном пути.